На латыни левша звучит как синистр, что в переводе означает зло. Недаром из многих трактатов средневековья можно узнать, что сам дьявол левша. А так как известно, что любые отклонения того времени вели к инквизиции, то, конечно, ей подвергались и все леворукие. Те, кто выжил в те годы, были самыми ловкими, находчивыми и неординарными личностями. В целом история знает множество выдающихся левшей среди политиков, ученых и бизнесменов. К примеру, Гай Юлий Цезарь, Бенджамин Франклин, Уинстон Черчилль и Наполеон Бонапарт были врожденными левшами. В касте мировых ученых громкие имена также принадлежат левшам: Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Ньютон, Тесла и Павлов. Даже фамилия Рокфеллер, ставшая нарицательной, принадлежала всем леворуким членам одной из богатейших американских династий предпринимателей. Наш современник Билл Гейтс, создавший империю Microsoft, тоже подсчитывал свои многомиллиардные капиталы исключительно левой рукой. Правое полушарие у нас воспринимает информацию, то есть полностью обрабатывает ее сразу. То есть поэтому оно называется у нас образное. И чаще всего оно у нас отвечает именно за такой вот творческий настрой, за творческий потенциал, за умение там, рисовать, петь, что-то лепить. В советское время детей, берущих ручку в левую руку, переучивали и заставляли писать правой. При этом известно немало примеров, когда леворукий ребенок с задатками незаурядных способностей при переучивании их терял. Порой такого рода насилие приводило даже к задержке в развитии и отклонениям в психике. К счастью, мама ведущей 8-го канала Анны Бережной экспериментировать и переучивать дочь не стала. Сейчас Аня говорит, что благодарна ей за это, ведь вся ее жизнь с самого детства связана с творчеством. Я всегда мечтала быть актрисой, артисткой, наверное, артисткой даже, не знала точно кем, может быть, актрисой, певицей. Я наряжалась в различную одежду, бабушкину, мамину, устраивала друзьям, гостям, родителям концерты дома. То есть, в принципе, о другой профессии я не мечтала. Сегодня врачи сходятся во мнении: если ваш ребенок начинает держать ложку в левой руке, наверняка у него есть задатки гениальности и нетривиальных способностей. Но такое чадо требует больше вашего внимания и понимания. Воспитание левши – это большая ответственность и труд. Просто необходимо к этим особенностям приспособиться, то есть создать благоприятные условия для рабочего места его, предупредить учителя об этом, то есть чтобы его посадили, да, так, чтобы ему было удобно писать. Кстати, праворуким людям врачи рекомендуют иногда переходить на левую сторону. Если периодически одни сутки делать привычные вещи другой рукой, например, чистить зубы или держать столовые приборы, это станет полезной практикой для умственной активности. Сейчас, 13 августа, заслуженно является официальным праздником леворуких людей, чем не повод начать тренировку мозга именно в этот день. Александра Нетай, Дмитрий Сухоруков, новости на 8.